Снимай. Кисть. Также затягивайте руку. Без ног. Он выталкивает. Сразу сюда ручку. Сюда. И можно зацепить. Так бывает очень крайне редко, но она очень часто проходит. Сегодня у нас в гостях воспитанник Калининградской школы борьбы, мастер спорта, чемпион Северо-Запада Виктор Булатов. Пользуясь случаем, попросим его продемонстрировать его коронный прием какой-нибудь. Мельница с какого положения? То есть самый обычный. Самый акцент убираем на кисть, убираем руку. В этот момент ждем, когда он ее вернет, и в этот момент шагом заходим сюда. Теперь еще раз только медленно. И когда мы входим, мы руку натягиваем, как будто она в тисках. Колено подставляем, плечи поднимаем, и куда смотрит голова, туда и происходит бросок. И всегда возвращаемся на него. Такое положение. Прижимаем голову, руку. О, он не встал на нос. Еще раз. Побыстрее. Снимаем кисть. Также есть внутренняя мельница. Он ставит руку на плечо, сюда, вы двигаетесь на него. В этот момент, когда он начинает на вас движение, подсаживаетесь, также затягиваете руку. Без ног. Все. Снимаем руку, боремся. Выталкиваем. Он пошел на вас. В этот момент влетаем. Еще есть такая мельница. Вам пробили руку. Вы выигрываете. Сладкий. Вам пробивают. Начинают выталкивать за ковер контрольную кисть. Вас выталкивают. В этот момент на противодействие. Ловим его на мельницу. Он выталкивает. Может решиться исход схватки в вашу пользу, если грамотно поймать. Еще раз. Он пробивает борьбе руку. Вы двигаетесь. Отходите к краю. Все, он думает, что он уже вытолкнул вас. Дал оценку. Выталкивает. И побеждаете вы от него. Также бывает, можно пройти в ногу в своего положения. Бывают руки скользкие в борьбе. Вы взяли захват медленно. Пошли на мельницу. Он руку вырывает. В этот момент переходит. Абсолютно. Частенько бывает. Руки скользкие, но вылетают. Также отсюда. Я пошел на мельницу медленно. Сразу сюда ручку. Сюда. И можно зацепить. И еще бывает, частенько мельница проходит. Он ставит кисть на вас. С такого движения. Здесь надо. Как бывает, очень крайне редко. Но она очень часто проходит. Все. Все, спасибо. Славике Сугайке хочу передать привет. Неудержимые силы.